Работа кипит так, что искры летят. Профлист, который послужит крышей для будущей остановки, оказался слишком велик. Нужно срезать лишнее. На это уйдет минут 5. Гораздо больше времени нужно на то, чтобы залить в метровую яму пескобетон. Для этого пришлось убрать почти 3 квадратных метра тротуарной плитки. Мера вынужденная. Без фундамента будущий павильон стоимостью выше 1 000 000 рублей попросту не выстоит. Фундамент обязательно, потому что большая ветровая нагрузка, тяжелые стекла будут стоять, трехслойные. Для этого фундамент нужен. Сейчас занимаются как раз этими работами. Ни ветер, ни дождь, я думаю, страшны больше всего люди, которые могут просто-напросто это все дело красивое, хорошее испортить. Хорошего будет немало. Каркас павильона сделают из высококачественных композитных алюминиевых панелей. Между ними тяжелые трехслойные французские окна. Внутри USB-розетки, 2 камеры наблюдения и Wi-Fi бесплатный. Последний, считает Полина Калашникова, вещь нужная. Сама девушка на остановке в ожидании восьмерки проводит как минимум 15 минут. И все это время единственное развлечение – телефон, который бывает садится в самый неподходящий момент. Бывают такие моменты, что нет интернета на телефоне, тебе нужно зайти в WhatsApp. Там мама позвонила, выгули кошку или что-нибудь, или собаку. Стало плохо человеку, нужно поставить, а телефон у вас сел, и нужно поставить телефон на зарядку, чтобы позвонить там, в скорую или кому-нибудь еще. Это, ну вот, честно говоря, это жизни надо такое, чтобы были и зарядки, и Wi-Fi, так что очень хорошо будет. Насколько хорошо, горожане смогут оценить буквально через пару недель. В середине ноября такой же павильон установят около магазина «Благовещенск». Анжелика Павлова, Сергей Захарушкин. Программа «Город».